Вот только когда спросили, фамилия это как бы еще. Больше европейская. Кока говорит, да, амбуруме Эльбиадис. Этот говорит, όχι, Ελπιάδες λίγο δύσκολο, καλωρίτ, να αφήσουμε το κληρώσει. Αυτό είναι το όνομά μου, ρε. Τι όνομά είναι αυτό. Я ушел в армию Ελπιάδες, вернулся из армии, я ушел в армию Мудумовас, вернулся Ελпиадес. Поехал в Мудумовас. Сбор вечером, они же как делают, новобранцев выстраивают всех. Да. И фамилии зачитывают, и говоришь, я здесь, и шел спать, что ты не сбежал, ну, на Кипре. Перекличка, да. Перекличка, да. Мы приехали зимой, холодно на Кипре, ну, холодно. Вывели нас, читают фамилии. Я стою. В какой-то момент бегать начали по этому... По плацу. По плацу, там что-то как-то свет где-то включили. А он продолжает до последней буквы, я, блядь, думаю... Ну, что-то меня не сказали, да? Короче, да, в общем, все, закончим, все разошлись, я один стою, замерз! Я говорю, меня не сказали. Ты говоришь, ты кто? Я говорю, Мудума, твою мать, Мудума! Были весь, мы говорит, они подняли этот... Гарнизон. Гарнизон сбежал. Они прочитали, я не понял. Тепло хочу. Вот тогда я решил стать Эльбиадесом. Кем? У этой фамилии очень много приключений. А у меня тоже. Мама была Умердумова. Слушай, у меня Умудумова, Умурдашева, Умурдашева, Умудушева, что только не говорили, только Умудума не говорили. А у меня с моей фамилией тоже все жизнь были приключения. Я помню, что когда поступила в университет, прихожу, все, сдала все экзамены вступительные, и по идее должна быть зачислена. Ищу себя во всех списках. Значит, у меня фамилия Залкинд. Ну, когда я была Залкина, когда я была кто? В общем, в списках в университет на вступление я числилась как Зайкина. Нормально. Если они не читали 12 стульев, то они эту фамилию не смогут продать.